Дамы и господа, добрый день. Сегодня у нас суд у одного из протестующих, Сергея Лазарева. Он вчера должен был выйти из спецприемника, отсидев 15 суток за предыдущий суд. Его осудили по 8 части. Но прямо на выходе его встретили двое полицейских и увезли на очередной протокол. Вот сегодня в 9 часов утра у него должен был начаться суд. Немножко, видимо, запаздывают, они его еще пока не привезли. Сегодня у него суд. Его обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии за 5 сентября. Это снова 8 часть. Посмотрим, какой будет результат. Сейчас ждем Сергея. Вот и наш герой приехал. Наконец-то его привезли, чуть-чуть они опоздали, видимо, пробки. Вот он идет. Узнаем, как у нас сегодня будет работать наше замечательное правосудие. Вот машет, что снимать нельзя. Ладно, заканчиваем. Ну, привет, Сережа, расскажи, да, что у тебя, как суд закончился, как все прошло. Мне эти 15 суток вымотали. Вот так вот. О, здоровье есть, борода, блин, все это. Помыться хочу уже. Сейчас, по этому суду. То, что я на суде сейчас пробыл, 150 не дали. 150 раз. Адвокат мне как бы это. Ходатайствовал на то, что ссылался, что минималку вообще какую-либо там. В связи с тем, что я еще с Конституцией вот этой воспользовался. Uh-huh. Но, наверное, вчера смотрели, когда мне в отдел привезли. Там не было, то, что я ходил, там было, да. А то, что лозунги и не лозунги включал, этого не было. Но, uh-huh, как мне сейчас объяснили, ваше просто появление, ты хоть там хоть иди молча, не заберут. Uh-huh. Я вообще доволен, сейчас просто не знаю. Буду информацию по кускам собирать. Все понятно. Ну хорошо, теперь да, у тебя. И давайте, короче, чтобы никто не попадался вот так вот. По каруселям, не каруселям, блин. Как-то все это. Обходить это все стороной. А тем более, на лото не попадаться. Ну, естественно, всем бы хотелось этого. Ладно, отдыхай. Ничего, мы своего когда не добьемся. Приходи в себя. Это наши улицы еще брать. Ладно, все, всем. Давай, счастливо. Пока-пока. Вот, дамы и господа, так сегодня закончился у нас суд у Сергея. Будем надеяться, сегодня больше никаких происшествий не случится. Вот так. Будем надеяться, что все будет хорошо.